Всем здорово, народ, с вами Варчик. В этом видео продолжаю рассказывать про картошку все как есть. Если бы она все делала хорошо и по-людски, я бы ее где-нибудь даже похвалил. Но, видимо, не судьба. Тема видео следующая. Очень сильно заметно, что каждый год картошка поясок у коробок новогодних затягивает все туже и туже. Плохо это или хорошо, решайте сами. Но если посмотреть любого или сразу всех стримлеров, которые открывали сотнями коробки, можно понять, что за 2, 3 или даже за 5 сотен коробок прем-танка 8 уровня выпадает, дай бог, 2-3. И стоит ли покупать 300, 400, 500 коробок ради двух прем-танков 8 уровня, решайте сами. Стоит ли это новогоднего подарка? Такой ли новогодний подарок вы хотите себе? И купив сотню коробок, можно спокойно уйти ни с чем. Это очень легко посмотреть у любого стриблера. Первый премтанк 8 уровня, дай бог, выпадает там 60-й, а то и 100-й коробки. А второй выпадает где-нибудь там хрен знает где. И как я миллион раз говорил, коробки выгодно покупать только если вам нужна голда. Если вы знаете, для чего она вам, и она действительно вам нужна, вы активный игрок в эту замечательную игру. Если же нет, то коробки брать смысла нету, это очевидно. А вот если вы человек, который собираетесь покупать коробки ради премтанка 8 уровня, или уже купили коробки ради премтанка 8 уровня, вы сделали, наверное, одну из самых крупных ошибок в своей жизни. Поскольку вероятность, что вы получите этот премтанк, крайне мала, то в целом можно было бы деньги потратить куда-то в другое место. Я думаю, вы со мною согласитесь. Но вот, допустим, если у чела много денег, и ему хочется этот премтанк, и он ему выпадет там с 200-й коробки или с 300-й, то в принципе ему какая разница, сколько танков выпало. Выпал и выпал. Но вот люди, которые могут позволить себе купить там 5 коробок, 10, 20, да даже 30 коробок, скорее всего, уйдут ни с чем. И очень много людей не могут, мне кажется, позволить себе покупать коробки сотнями. Вот в целом и получится, что, скорее всего, очень много недовольных будет в этом году по поводу коробок, да и в целом по поводу Нового года в картошке. Мне кажется, это самый всратый Новый год в картофане. В целом не было скидок на прокачиваемые танки. Перед Новым годом в заслуженной награде не было бонов в подарках. 3D-стили в коробках ни о чем. Прем-танки особо не выпадают в коробках. В принципе, сейчас в картошке порадоваться и получить действительно новогоднее настроение и новогодний подарок практически нереально, мне кажется. Мне даже уже как-то не по себе, что нечего сказать про игру хорошего. Поэтому скажу, что камуфляжики мне все-таки новогодние понравились. Но толку-то с этого, мне кажется, нисколько. Ну, прикольные там эти мандаринки всякие, или этот японский с сакурой там или с чем. Ну, прикольные пару камуфляжей. И чё? Всё, новогоднее настроение? Я вот одно не пойму. Первый Новый год, когда были коробки, прем-танки выпадали буквально за небольшое количество коробок. Это было очень сильно заметно. И много людей говорили, что да я купил там одну или пять коробок, там 10, и всё, мне что-то там выпало уже. В прошлом году уже были какие-то сомнения, что что-то выпадает. Но в этом году уже сомнений никаких не может быть. Просто ни черта не выпадает и все. Но если посчитать все, что выпало с коробок, сколько оно стоит в голде, и если бы мы это покупали в премагазине отдельно за деньги, то видно, что выгода есть. Получается, что вроде бы и не обманули, но новогоднего какого-то настроения что-то не получено. Чисто какой-то бизнес. На мой взгляд, это как-то неправильно. Как-то не по-человечески. И все эти коробки больше выглядят, как будто бы сделали чисто на названии двустволка. И все. Но давать эти двустволки решили, видимо, тем, кто задонатит очень много. И честно скажу, как же мне противно смотреть, когда люди, которые абсолютно никогда на своем канале на YouTube не стримили и не играли в танки, открывают сотнями новогодние коробки. Это до того противно смотрится, просто капец. Это же просто купленная реклама, проплаченная, и чел стримит. Не просто так, а за деньги открывает коробки. Донатные коробки, не какие-то там. Это до того тошнотворно смотрится, что просто никакого вообще уже даже нормального отношения к этой ситуации не может быть. Я просто не понимаю, но это же Новый год для людей. Новогоднее настроение где?
Зачем еще больше людей драконить, серьезно? Да хватит эти ебаные бабки зарабатывать. Когда уже людское отношение-то будет? Фу, пиздец, вообще просто аж неприятно. С вами был Варчик, играйте красиво, всем пока. Кстати, на фоне мой бой на Баджере. Может быть, поиграю еще на нем побольше и про него сделаю видосик.